Бог с миру так и не возвратили. Нас подразнили и просто забыли. И без ответов на наши вопросы, как детей оставили с носом. Нам обещают, что все будет позже. Это, конечно, даже очень возможно. И мы, засыпая, глаза закрываем, запуска бокса вновь ожидаем. 6 июня Арум нас уверяет, что бокс он в Лас-Вегас все ж запускает. И мы, выбросив в окно пессимизм, в тизере The Ring Show вовсю источаем оптимизм.